Десятое золото чемпионата России борца Алексея Мишина, второй в истории воспитанник мордовского футбола, игравший за клуб из дальнего зарубежья, итоги чемпионатов России по ходьбе и марафону 2006. Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске нашей архивной рубрики «За 4 июня». Начнем с футбольного бума в Мордовии в 2003-м. В первенстве по дворовому футболу играли 27 команд, представлявших городские ЖЭКи. Баталии проходили на земляных школьных полях в трех микрорайонах города. 4 июня был дан старт очередному такому первенству. В настоящее время учебные заведения располагают куда более серьезной спортивной инфраструктурой, но такого ажиотажа вокруг соревнований нет и в помине. Желаем выиграть! Мы хотим выиграть. Да, мы хотим выиграть. Никому не проиграть. Пусть даже будут ничьи, но все равно не проиграть никому. В любительском первенстве Мордовии также наблюдался повышенный ажиотаж, причем большинство клубов содержали местные крупные предприятия, а не районные администрации. На победу претендовали как минимум 5 команд, а участвовало больше десятка. В 2003-м ведущие любительские команды для решения больших задач стали привлекать все больше экс-профессионалов, которые при должном старании вполне могли еще поиграть на уровне второй лиги. Но работать в команде мастеров нужно больше, а среди любителей платили неплохую зарплату, иногда даже больше, чем у профессионалов. Поэтому завершать игровые карьеры и переходить на тренерскую работу особо никто не спешил. 3, может даже 5 команд берется республики, у них заработная плата у ребят основных игроков повыше, чем в футбольном клубе «Химик». Это есть такие данные. Вот. Это палка двух концов. 4 июня в Саранске завершился чемпионат страны по видам выносливости. Марафон бежали по нескольким улицам юго-запада, а ходоки выявляли сильнейших на традиционной трассе по улице Ульянова. У мужчин 42 километра и 195 метров быстрее всех пробежал Андрей Чернышов из Липецка, а у женщин выиграла Наиля Юламанова из Самарской области. В состязаниях скороходов все золотые медали завоевали представители Мордовии. В заходе на 50 километров Владимир Канайкин сражался не с соперниками, а с судьями. У женщин первую большую победу в карьере одержала Ольга Каниськина. Ее основную конкурентку сняли за нарушение техники за пару километров до финиша. Самая жаркая борьба развернулась на мужской двадцатке. Победу на этой дистанции одержал тогда еще никому неизвестный 19-летний уроженец Дубенского района Валерий Борчин, опередивший опытного Владимира Станкина, который считался фаворитом. Вообще не ожидал такого, что я выиграю. Но стремился, конечно, к этой победе. Очень стремился. Планировал просто выиграть любой ценой, но это сегодня мне не удалось. 4 июня 2013 года в нашем эфире мы рассказывали о том, как весь спортивный мир смог удивить борец Алексей Мишин. Многие скептики после того, как Алексей на домашнем предолимпийском чемпионате страны уступил в финале Алану Хугаеву, поспешили списать его со счетов. Однако он не только вернулся, но и взял реванш в финале у действующего олимпийского чемпиона Алана Хугаева, который после этого поражения в чемпионатах страны больше не участвовал. Для Алексея Мишина эта медаль стала 10-м золотом, завоеванным на чемпионатах страны. Дальше будут несколько серебряных наград и бронза. Алексей закончил карьеру с 10 победами на внутрироссийском первенстве. Даже если ты проигрываешь, падаешь, да, то нужно по-новому вставать, подниматься и идти. Поэтому, видно, до сих пор такая у меня мотивация. То, что как бы после того, как я не попал на Олимпийские игры, многие, наверное, подумали, что я сойду. Многие начали, я слышал разговор, что он не тот. Ну, назло всем скептикам, да, мне захотелось еще раз доказать, что на самом деле есть еще силы у меня, есть еще порох пороховицы. Желание есть, силы есть, но вот там видно будет все как. Первым уроженцем Мордовии, подписавшим контракт с клубом из дальнего зарубежья, был Фаиль Альмяшев, который играл за малазийскую команду «Калентан» в середине 90-х. Второму мордовскому легионеру в это время исполнилось только 2 года. Один из самых перспективных игроков юношеской команды «Биохимик» 1993 года рождения Максим Жестков в 2013 году, после нескольких не самых удачных сезонов в Мордовии, перешел в португальскую «Брагу». Жесткову прочили большое будущее, игрок привлекался к играм национальной команды разных возрастов. Но португальский этап карьеры мог сложиться и лучше. Семейная трагедия и несколько травм помешали россиянину стать постоянным игроком основы. За 2 сезона он сыграл только 12 игр за вторую команду и отдал 2 голевые передачи. Мне кажется, поздновато. Надо было пораньше уезжать, если честно. Вот. Потерял время. Он был лет 18-17.
Мордовские любители тенниса видели многих известных российских и иностранных игроков на саранских кортах в рамках международного турнира «Мордовия Кап», а также различных первенств. В столицу нашего региона ежегодно съезжались и благодаря имеющейся инфраструктуре продолжают съезжаться перспективные теннисисты. 4 июня 2014 у нас завершилось первенство страны среди юношей и девушек до 12 лет. Победительницей турнира в одиночном и парном разрядах тогда стала москвичка Дарья Фрайман. Сейчас Даша – постоянный участник международных юниорских турниров «Большого шлема». Это были наиболее яркие и интересные спортивные новости в наших эфирах за 4 июня разных лет. Не забывайте смотреть нашу новую рубрику, все предыдущие выпуски можно найти в интернете. Помните, лучше нас современную спортивную историю республики не расскажет и не покажет никто.